Ежегодная первомайская демонстрация – самая давняя традиция города Иваново. В первый раз на Ивановской земле майский праздник был отмечен более 120 лет назад, в 1893 году. Правда, настрой у немногочисленных собравшихся был не такой праздничный. В Сосновом Бору, вот в районе нынешней фабрики «Красная Талка», собрались 15 человек по инициативе Ольги Афанасьевны Варенцовой, известной революционерки. Среди присутствующих был такой революционер, как Кудряшов, у нас улица есть, Багаев по кличке Медведь, тоже известный такой наш местный товарищ. И там они, в общем-то, обсуждали, как бороться за права рабочих. Только при советской власти день 1 мая стал культовым праздником, коим и остается до сих пор. Виталий Денисов, если можно так выразиться, ветеран первомайских демонстраций. За все время не пропустил ни одной. В первомайских демонстрациях, начиная, как говорится, с учебных классов, со школы, и продолжая всю жизнь вот так, каждый год, начиная с 60, как говорится, лет, или 50. Ну да, 50 лет, считаю, что я уже в строю на 1 мая. Всегда выхожу. Традиционно колонна, собравшись у памятника борцам революции, двинулась по Шереметьевскому проспекту к мемориалу Славы. Около 30 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии. Здесь учащиеся школ и многочисленных ивановских вузов, чиновники, представители национальных диаспор, профсоюзов и всевозможных общественных организаций. Все в праздничном весеннем настроении с плакатами и воздушными шарами. Для многих горожан 1 мая – лучший повод прогуляться всей семьей. Для нас просто приятно прогуляться по городу такой большой численностью. Вот и все. Пока торжественная колонна змеей тянулась по центральному проспекту, на ее пути встречались различные творческие площадки. На импровизированных сценах для участников шествия выступали танцевальные и вокальные коллективы, воспитанники спортшкол, цирковые труппы, театры мод, экстремалы. Мы постарались сделать праздник для тех людей, которые именно шли в колоннах. По проспекту Шереметьево были расставлены творческие коллективы, творческие площадки. Они танцевали, они пели. Поэтому я думаю, что праздник получился, но где-то есть какие-то, может быть, нюансы, которые в будущем стоит доработать. Но я думаю, что с праздником и это все удалось сделать. Особняком на празднике держалась группа людей в черном. Это движение анархистов. Им, как никому, известна истинная история 1 мая. Трагического дня без намека на весеннюю романтику. Ну, 1 мая – это вообще день памяти о чикагских анархистов, которых расстреляли на демонстрации, посвященной правам трудящихся. Они отстаивали свое право на 8-часовой рабочий день. Тысячи людей ежегодно принимают участие в шествии на 1 мая. Для кого-то это день весны и труда, для кого-то повод вспомнить прошлое и тех, кто пострадал за благие цели. Но неизменным для участников акции остается единство и чувство любви, и гордости за свою страну и свой город. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.